Эгегей, зритель. Да, для особо одаренных у меня лапа дрожит. Я держу на руке, поэтому, возможно, тремор. Это куда занес меня черт, как ты думаешь? Короче, я год назад перед Абхазией ездила на велике по дороге параллельной вот этой, наверное, в какую-то деревню. Ну, боясь моего кретинизма топографического, я совсем уж до конца не доехала. Даже пофоткала что-то, и тут решила поехать, потому что видела там какой-то поворот. Поворот оказался на гаражи. Но вот странно, в деревне я в какие-то такие дебри лазаю, и меня вот, ну, не стрёмно и не страшно. А тут так видишь такие какие-то разрушенные странные вещи. У-у-у, какая жуть. Хотя это рядом с цветочным, как бы, практически за город. Ну, за город и есть. И, в общем, я встретила какого-то человека, который, видимо, ну, я уже 20 с лишним года живу в цветочном. Наверное, меня люди уже знают, что я родственник родственников. В общем, моего дядю знает он. Я его спросила, как бы, куда дорога ведет. Он говорит, на Новоселке. Короче, вот там вот Новоселке. Я по Яндексу глянула, скриншот сделала, но карта какая-то неправильная. Она почему-то кверх ногами, эта карта. Я вот повернула тут на дорожку, там еще дорожка есть туда, и вот, видимо, эта дорожка перекликается. В общем, вот эта дорожка перекликается с той дорожкой, которая идет вот оттуда, развилка. Но я сегодня поехала только вот, ну, чисто на разведку. Завтра, может, еще съезжу подальше уже. Там поесть с собой надо взять, а то у меня с собой только чуть меньше пол-литра воды. А вот эта дорожка, наверное, выходит туда, как вот если от Цветочного, от Камышки идти к Облепихе. Но там на велике как-то проблемно было спуститься. Я сейчас, может, чуть-чуть проеду и снова вернусь уже, как ехала тут. Я тут нашла какой-то режим съемки, в общем, 19 с чем-то, насколько-то там. Ну, короче, на весь экран практически телефона. Когда начинала снимать в той степи, куда вот сейчас экран смотрит, камера в смысле, слышно было петухов. Ну, там кукарек или еще что-то. Я вспомнила, что мы с подругой в эту сторону в 2008 году ходили собирать в свое время летом, как он его звать, кипрей. Ну, что-то как-то больше не сложилось сюда вместе прогуляться. Аж 12 лет назад. Вот я тут доехала. И да, люди, крышу в моем доме сделали. Я, правда, еще не была. Сделали в воскресенье. Но, может быть, на неделе съезжу на полдня. Ну, и еще, кстати, вот пришло сообщение, что как раз подруга, про которую я говорила, написала, видимо, в WhatsApp что-то. Или, может, родственница поедет, и я вместе с ней съезжу на полдня. А вообще, у меня там масло льняное осталось. Я бы его хотела забрать. Потому что, скорее всего, оно замерзнет. Я не знаю, в стекле масло можно хранить зимой в доме деревянном, деревенском или нет. И вдруг оно пропадет. Наверное, пока зритель, а то как-то стоять неудобно. Мне рука слегка дрожит, я не очень удобно взяла телефон. Потому что еще непривычно, как-то не привыкла, куда там нажимать, чтобы, ну, в смысле держать, чтобы на что-нибудь случайно не нажать. У меня пару раз лапа в кадре была. Пока зритель.